В эфире «Ночные картины» с Алиной Тереховой. Правая рука девушки с гвоздикой Вильгельма Лейбла. Это изображение – фрагмент картины «Девушка с гвоздикой», которая была разрезана автором на 4 части. Три других сохранившихся фрагмента, на которых изображены левая рука, голова и часть лифа, позволяют реконструировать картину. Девушка была изображена спереди в ракурсе 3/4. Причина, по которой Лейбл разрезал картину, связана с тем, как он писал. Обычно он начинал свободно и без предварительного рисунка, располагая один оттенок рядом с другим, но всегда помнил об общем эффекте. В картине «Девушка с гвоздикой», где автор сосредоточился на микроскопически точной передаче деталей, потеряна связь между размерами и не соблюдены пропорции. Щепетильность автора не позволила ему сохранить картину, поэтому он разделил ее на отдельные части, существование которых, как самостоятельных произведений искусства, говорит о высоком качестве живописи. Тем, кто ложится спать, спокойного сна!